Главная мета – это обудить людей и показать, что есть годная альтернатива. Что влада довела страну до ручки, завела в тупик. И я хочу показать компании, что есть люди, которые патриоты своей страны, есть люди, которые хотят изменить до лучшего. И что так, как делает влада, делать нельзя, негуманно и нецивилизационно.